Доброго времени суток всем пользователям канала Funny Mushroom School. Собираем урожай на пеньках. Итак, смотрим, что у нас вырастает. И смотрим никак, внимательно. Это видео будет называться «Уход за пеньковыми грядками». Значит, смотрите внимательно. Сейчас мы сделаем видео чуть дальше. Смотрим сюда. На этом пеньке не была сделана посадка таким образом, как было вот заявлено в предыдущем видео. Этот пенек здесь брошен просто так на землю. Внимательно. Сейчас рассматриваем. Здесь нет коры. То есть грибочки растут сами по себе. Этот пенечек был брошен возле этой грядки. Скорее всего, что споры сами заселили сюда. И сейчас здесь вырастают грибы. Итак, делаем первый такой вот большой сбор. Попросим взять фокус, так, все, чтобы было аккуратно. Вот так вот мы собираем грибы. Я думаю, что скорее всего будет оправдано вот это все вещи немножко убрать. То, что осталось древесины. И однозначно я вам скажу, что вот этот корень, он будет очень жестким. Здесь нужно будет вот эти вещи просто выбросить. Они не будут вам полезными, они очень твердые. Вот. Мы очищаем его. В принципе, я, когда готовлю вот эти грибы, я их лучше хорошо, ну, скажем так, вот возьмем посуду. Их лучше хорошо перебрать, если есть какое-то загрязнение, их удалить. Да, я их не мою. В процессе мойки они набирают лишние влаги, и потом дольше готовятся. Вот. Вбрасываем сюда. Теперь еще. Относительно ухода за грядками. Никаких покровов, никаких отдельных движений мы не делаем. Мы просто собираем то, что здесь выросло. Ну, вот такие земляные участки мы уже будем удалять однозначно. Это мы выбрасываем, это мы тоже выбрасываем. Это в предыдущем, в дальнейшем это даст споры для мицелия, они вырастут здесь, в том месте. И это забрасываем сюда. О, такой у нас сбор уже. Ну и этот пенечек еще очень интересный. Сейчас мы посмотрим. Тот, что был засеян на очень популярном видео. Посмотрим сейчас с другой стороны. Одну секундочку. И ты мне не показывай знак, знаешь, снимай. Так, продолжим сбор урожая. Come on, камера, come on. Вот так вот вешенка выглядит на видео на спорах относительно ухаживания за этими пеньками. Уважаемые друзья, не беспокойте, не морочьте голову, не звоните, не пишите. Ничего не нужно с ними делать, не накрывать, не упрятывать, ничего. Мицелий живет просто там, он не умирает, его нельзя там, нельзя. Можно, можно его там убить, но не делайте ничего, не морочьте мне голову. Просто, видите, грибы растут, пенек. Раньше я рассказывал, что не снимайте кору. Вот была снята кора, все равно растут. Они пробрались где-то по центру, потому что живой мицелий был заложен под этот пенечек. Вот тут, видим, растет какая-то другая живность, какие-то, там, не знаю, что там растет, какие-то, но не грибы. Растет что-то, но не грибы, не знаю, что. Мы занимаемся грибами. Вот смотрите, как выглядит красивая вешенка. Вот такой вот себе кустик. Обалденная штука, ее можно не мыть. Абсолютно. Здесь она чисто вырастала, здесь была немножко крыша. Она влажность берет из этого пенечка из земли. И вот смотрите, и ничего не нужно для этого всего делать. Мы сейчас попробуем ее с
срезать. К сожалению, за весами мы не бежали, не будем взвешивать, сколько тут есть, но довольно-таки увесисто и уверен. То есть для приготовления одной какой-то интересной писки будет довольно-таки много. Теперь смотрим. Мы сразу, ну, вот эти штучки, если вам позволяет, вам не жалко, вы сразу удаляете. Вот даже вот эта вещь, она станет дальнейшим источником и цели в этом месте. Бросайте ее сюда, бросьте там листья. Вот, немножко пойдет дождь. И это все в дальнейшем вам будет зарождать мицелий. Вот это мы тоже сейчас вот это сбросим. Но все равно оно будет жестким. Готовить его не стоит. Вот. И скажем так. Вот такой урожай только что мы собрали за несколько минут. Ну сколько здесь будет? Ну чуть больше там где-то килограмм. Что еще рассказать? Секундочка, посмотри сюда. Теперь, смотрите, на предыдущих видео, смотрите, эти грибы имеют один цвет. Но в общем, они все похожи на вешенку, потому что мы выращиваем вешенку. Они бывают разного цвета, но общая тенденция к росту, она похожа вешенка как вешенка. И здесь посмотрите. Вот то, что я вам говорю, никогда не жадничайте. Жадность фраера разгубила. Вот здесь дождались до того момента, когда грибы начали выделять споры. И вот смотрите на цвет вот этого пенька. Можно резкость поправить. Да? Вот цвет этого пенька вот в этом месте, где вешенка выделила свои споры. И вот цвет чуть немножко сбоку. Видим, что грибы выделяют споры, они сами будут засевать ваши грибные грядки, и в дальнейшем вы эти грибы, урожай, сможете получать бесконечно, всегда, долго и красиво. Чтобы это не подгнивало, это мы, ну, скажем так, отковыряем, чтобы тут не множилось на эту почву. И еще посмотрите. Вот единственное, что хотел добавить. Вот добавленный пенечек. Как видите, без любой посадки, без любых движений, прикорма и всего остального, просто было брошено бревно ненужное в этом месте. На нем росли грибочки. Грибочки собрали чуть раньше. Вот так выглядит вешенка. Всем доброго времени. С вами был Макс Аллер. Выращивайте грибы.